Ну чё, здорово, Ютуб, здорово, Дзен, срочные новости. Короче, помните, да, то, что я говорил, что, скорее всего, в качестве фикса Банжи должны будут выключить крафтовые пушки. Не помню, говорил я это в видосе или на стриме, но так или иначе, мною это было произнесено. Но мы это, собственно, видим. Обновление. Мы работаем над двумя исправлениями этой проблемы. Откат не планируется. Для первого исправления, которое будет развернуто в течение следующих 24 часов, мы создаем обновление на стороне сервера, которое отключит экипировку всего созданного оружия, ну крафтового оружия в смысле. То есть, если у вас какие-то крафтовые пушки есть, то придется пока без них поиграть. В это время игроки по-прежнему смогут создавать оружие. Второе исправление, которое мы разрабатываем, которое мы надеемся выпустить вскоре после первого, позволит переоснащать созданное оружие, но необычное созданное оружие с незаконными компонентами будет сброшено в состояние по умолчанию. Короче, да, это все касается бага, связанного с крафтом. Ну, по поводу того, что сейчас вот можно перки из одной легендарной пушки запихнуть в другую. Из-за этого у нас там автоматов очень много в PvP, которые стреляют как дробовики и так далее. Ну и всего прочего кринжа. Соответственно, готовимся. Я не думаю, что если они в течение 24 часов это выпустят, то получается к 8 вечера завтрашнего дня, ну, точнее, сегодняшнего дня уже, в зависимости от того, когда вы смотрите, ну, то есть в 8 вечера по Москве в воскресенье. Но получается то, что следующий фикс будет либо в понедельник, либо во вторник, уже второй. То есть нам не придется ждать, пока вся эта чехарда закончится, аж до ресета. Банжи все-таки решили на выходных поработать. Типа, да, вот, как говорится, новость хорошая, но есть нюанс. Поэтому если у вас целая куча крафтовых пушек, на которые вы всецело полагаетесь, да, то придется какое-то время поиграть без них. В общем, ожидаются веселые выходные, так или иначе. Но если что-то еще произойдет, буду держать вас в курсе, соответственно. Спасибо всем за просмотр. Лайк ставим, комментарий пишем на канал, подписываемся, как лучше прожимаем, чтобы не снять уведомления о выходе новых видосов. Всем спасибо, всем пока.